И уже завтра Петр Порошенко планирует созвать заседание СНБО по поводу ситуации на Донбассе. А вот сегодня президент учредил орден Героев Небесной Сотни. Награду будут вручать за мужество, патриотизм и отстаивание конституционных принципов демократии, проявленное во время революции достоинства. А награжденных назовут рыцарями ордена Героев Небесной Сотни. Авторы эскиза знака львовяне Тарас Возняк и Константин Ковалишин.